Все, приехала нам доставка суши. Япошка такая вот доставка харьковская. Кто в Харькове, знаете, что эта доставка очень хорошая. Но мы сейчас, конечно, еще посмотрим. Содержимое, мама смеется, содержимое наших роллов, как там все у нас выглядит. В подарок дается таких вот два сидра. Можно на выбор. Лимонад, сидр или пиво. Мы выбрали сидр. Моня, комплектация, Настенька, открываем. Упакована вот такая комплектация. Что туда? Слушай, я вижу сначала, это палочки. Я выбирала учебные, там должны быть. Моня! Три персоны. О, даже четыре. Да, так я на четверых выбрала. Правильно. О, папа не все. Дальше я вижу имбирь. Имбирь маринованный. Так, сейчас надо посчитать. Раз, два, три. Три. Три имбира. Ну там может еще соевый. Соевый. И четыре соевых. Такой соевый соус. Вот ну он этот. Ой, нет, еще больше. Не концентрирован. Шесть штук. Добавлять надо. Шесть штук. Вот, да, учебные эти штучки. А вот приборы, палочка. Учебная. Угу. Так, сюда поставлю. Комплектация хорошая. Дальше. Очень. Дальше. Васаби. Вот такие васаби. Вот такое. Сколько здесь? Да мама у меня любит. То ли имбирь, то ли васаби. Четыре. Упаковки. Дальше. Дальше. Там, там, вот там. В этом пакетике, Настя. В этом пакетике. Это салфетки, наверное. Да, я... салфетки – это важный момент, я считаю, доставки. И должно быть много. Но, как я всегда говорю. Класс. Вот, вот так должно быть салфетки. Ничего себе. Вот, вы молодцы. Меня спрашиваете, что это, Япошка, почему? Молодцы. Да, молодцы. Приятно. Да, приятно удивили, что дали вот. Столько салфеток, как она. Ой, так. Сейчас я это отодвину, или что? Да. А, зубочистки, да? Да, зубочистки. Они рассыпались, потому что я прикрыла. Что ты так не ожидала, что они там будут, да? Я не ожидала, думала, да. Зубочистки. Вообще шикарно. Япошка просто класс. Сейчас я это отодвину и буду показывать вам с Настей суши. Так, Настя, показываем. Так, что же у нас здесь? Настя говорит, что-то теплое. Да. Запечённые. Вот такие вот запечённые, упакованные очень хорошо, мне понравилось. Ага. Там их должно быть 32 штуки. Так, я обратно опускаю, потому что, мне кажется, холодные будут. Ну, красиво выглядит, да? Да, очень красиво. Интересно, это с рыбой, да? Да, запах рыбы. Ну, давай упаковывать. Дальше. Дальше такая коробочка. Молодцы. Ага, красиво. Тут написано. Термин придатности 10 годин. Умовы хранения. Mm-hmm. От 6 градусов. Выгодно с любовью. Супер. Ну, это сет именно, да. А сет называется Накама. Накама там, сет. Да, интересно, может, это с Харькова. Это вот я выбирала. Да, ребята, вот посмотрите сейчас. Ой, что-то аккуратно, не хочу. Да, это горячие опять-таки. Это запеченные, да? Да, да, да. Тяжело, потому что их много. Ой, каких аккуратно. Нет. Угу. В общем, просто это в дополнительную коробочку добавили, потому что не влезли. Да, не влезли. Такая упаковка, если что. Это запеченные у нас роллы. Давайте дальше будем смотреть. Смотрите, красивые вообще. Да, красивые, молодцы. Красота. Потом, конечно, попробуем как на вкус, угу. Но на вид и на запах нереально. Да, класс. Привет. Дальше, стой, Настя. Вот, тут же тоже написано. Сет называется запеченный сет. Не, они, походу, немного перепутали. Это не наш? Нет, наш просто в упаковке перепутали. Ну, ничего. Да? Бывает. Так, пахнет. Смотрите. Ой, как пахнет вообще. Это с манго, это я точно знаю. Манго и лосось. Морепродуктами. Тут немножко я могу ошибаться, сказать, что не то. Да, лосось. Это лосось. Но вообще пахнет нереально. Да, икра вижу. Это крабовые. О, точно свет. Это рыбка. Это с чем-то, да? Ну, потом посмотрим и скажем. Да. Давай дальше. И вот какая красота вообще. Смотрите, вкуснота. Класс. С рыбкой, с угрём.
с летучей икрой, летучей рыбой икрой. И с рыбкой тоже, да? Mm-hmm. В общем, сейчас будем пробовать и вам говорить, как нам. Но все очень впечатляет на вид, очень красивые, крупные. Да, я покажу, да, ребятам. И запах нереальный. Так. Мама уже смеется, потому что уже хочет кушать, Настя. Да. Угу. Все. Будем пробовать и будем рассказывать, какие же они на вкус. Все. Вот вам еще покажу. Ну, красота вообще. Угу. Запах. Япошка, молодцы. Сейчас будем пробовать. Ах, вот и сирена. Хотя только проговорили, что не было, слава богу. Кушаем и вот. Ну, кстати, у нас на районе она не такая громкая. В центре, говорят, она громче. Да. Идем с Настей и думаем. Как мы выглядим вообще на большом экране? А. Вот, я же выставила 13 минут назад видео, а хочу посмотреть. Видела. Да, я тебе не сказала. Давай посмотрим вместе с Я голову уже помыла. Давайте заново посмотрим наше видео на большом экране. Очень интересно. З'явився відеосмені. Вольтаре. Українська реклама здесь. Вообще давно телефон смотрела. Мы приехали. Куда мы идем? В АТБ? В нашу любимую АТБ. Да, ребят, я вообще в шоке, что я сразу... Покажи мне. Я была на украинской мове, я просто в Западе, чтобы уже тут. А как тут качество, как сделать? Слышишь? А. Ой. Я не подсочетаю, если честно. Ой. Как поставить на паузу? Ехали мы. А, все. Наш готель. Сейчас будем заселяться, я вам покажу. Нравится. И вы так ставьте. Все, я поставила, нравится. Да, да. Я на ресепшене была около украинского. А я сейчас, наверное, убрала. Ну так. Велика шафа. Це вхід. Наш пакет. А, хорошее качество. Я вам покажу. Я на українському. Боже, там більше, я не можу переключитись. В общем, все, ребята, ми вже в нашому номері. Такий Большой шкаф. Наши сумки. Наши как-то маячу сильно камерой. Да. Мне писали уже это замечание, что я это... Заходим, что сильно камерой мотыляю. Кстати, ну, ладно, будем смотреть, что мы там наснимали. Ставьте лайк. Опять уже где-то четвертый раз сирена. Страшно. И громко. Днем было не так громко. Да. Всем привет. Привет. У нас опять тревога. Вот утром в жилые дома были прилеты в центре города. Вчера, до того, как мы снимали видео, вот это, что вы сейчас видели про суши, когда я вот тогда уже вышла на балкон, походу, тогда, когда была сирена, и попали тоже в Харьковской области. В Купинский, да. Купинский район, в село. Там 52 человека вообще погибло. Это, ну... Да, ребенок 6-летний там погиб. И сегодня девочка тоже 10 да? лет. Ну, там вообще 51, да, или 52 человека. Да, 52 человека, да. В общем, очень страшно это все. Да, я не понимаю только, все причем. Равно до сегодняшнего дня, а люди здесь при чем? Просто реально обидно, когда, не то, что обидно, это хочется кричать об этом. Но, увы, ну, не знаю. Кошмар, просто кошмар. Ну, не приходится думать. Ну, я, кстати, не, ну, ночью вообще почти не спала, но я не слышала этого. Я только когда отбой сирены был, слышала, а... Вот этого момента ну, я даже не хочу. Я вообще ничего не слышала. Видимо, я вчера так хотела спать, что... Ну, понятно, после дороги. Да, так что тем, которые там просто есть такие интересные хейтеры, которые пишут, типа, какая у вас там война, вот это, этот. Mm-hmm. Ну, вы сначала вникните хотя бы в новости. Мы рискуем. Да. Нигде не безопасно, повторюсь, как и говорила.
ранее нигде не безопасно. Мы рискуем, потому что у нас есть на то обстоятельства. За сегодняшнюю ночь и сегодняшнее утро на Украину вообще 33. Ну, понятно. Понятно, чего было. И сбито 20 с чем-то. Отбой. 23 сбито, да. Да? Отбой?